Однажды ты поймешь, что в твоей никчемной жизни настало время, когда тебе некому готовить борщ. И тогда у тебя остается два выхода. Раздобыть борщ или сдохнуть пытаясь. Ты можешь воровать борщи у счастливых соседей, покупать борщи в консервах, распечатывать борщи на принтере. Но ты осознаешь, что это все не то. Короче, слушай сюда, садомит. Тебе понадобится мясо, говядина, свинина, конина, крольчатина, что угодно. Можешь даже отрезать кусок своей задроченной руки. Только не ешь других людей. Это плохо. Утопи эту дичь в своих слезах и поставь кипятиться! Или можно просто в соленой воде. Следующий шаг. Овощи. Ахуй овощи. Картофель, лук, свекла, морковь, капуста и всякая пиздатая зелень. Картошку с луком сразу бросай в бульон. Руби к хуям свеклу и прожарь ее слегонца. Хотя можешь и не жарить. А вот морковь отжарь, пока она сама тебя не выебала. Когда бульон уже почти готов, вываливай в него этих мразей. Принесенная в жертву свекла сразу украсит ее своей кровищей. Сверху залей томатной пастой, чтобы никто ничего не заподозрил. Можно еще и уксус пришпарить. Или водкой. Ты пробовал когда-нибудь алкогольный борщ, мудила? Добавь рубленой капусты с зеленью и помешивай свой поганый вуншпунш минут 5. Все, борщ готов. Вкусно, пиздец. Теперь по твоим венам течет борщ. Пусть и хуёвый, но борщ. Теперь ты обязательно выживешь. Если, конечно, не взорвешься хуем от распирающего самодовольства и гордости. Так что ходи время от времени в туалет, поварёшка. Вредно сдерживать все в себе.